Было это 39 лет назад. Был я молодой. Перед этим мы зашли в Сенегал, где была написана песня о жене французского посла. На судне была старая машина, счетное чудо современной техники БИНС-22, который считал на перфоленту. Рулоны этих перфорент были в каюте, в машинном зале, везде были ими просто обмотаны с головы до ног, и не успевая пересчитывать. И на меня, естественно, на судне тут же после появления песни про Атлантиду появилась такая у нас коврёстная пародия. Сейчас я ее вспоминаю с некоторой ностальгией, потому что комплиментарно. Атлантических волн, первый раз как исполняю, вдруг вспомнил, не пел. Атлантических волн, паутина, и страницы сосчитанных лет. Кто мне скажет, что я не мужчина? Кто мне скажет, что я импотент? Протянув умоляющие руки, отдавались мне тут же без слов бабы с судна и бабы с науки и жена одного из послов.